привет! Сегодня у нас будет с вами влог очень интересный, который будет состоять из подарков от Маши, Марии Бицезарь. У нее есть свой канал, она живет в Германии, и когда она была недавно в России проездом, она передала через свою знакомую девочку нам с Леной подарки. Лена свои подарочки уже показала, и я теперь тоже хочу вам их показать. Очень приятно, очень симпатичные подарки. И во второй части этого влога мы с вами посмотрим мои продуктовые закупки и покупки с Wildberries. И давайте начнем смотреть подарочки. Смотрите, тут написано Галя. Так здорово, знаете, причем это было так неожиданно. Маша связалась со мной и сказала, что передаст через знакомую. Так было неожиданно, причем посылка пришла буквально через 2 дня из Питера в Москву. Быстро, очень здорово все. И начну я вам показывать вот с такой маски. Такая масочка. Это для сна. Да? Для сна маска. Она тут внутри какая-то пухленькая. Наверное, ее можно охлаждать. Да, видите, тут внутри такая жидкость. Можно будет класть в холодильник или наоборот, наверное, в теплую воду. И вот так вот на глаза класть, потому что я слышала, что их можно как-то разными способами использовать. Здорово, у меня таких еще не было масок. И я думаю, что буду сегодня вечером ее тестировать. Также Машенька передала мне вот такую шоколадку. От Линд. Это клубника и белый шоколад. Представляете? Вот так вот. Знакомые нам шоколадки только приехали из Европы. Представляете? Ой, так здорово. Также у меня будут масочки. Масочки всякие. Это Shy Bands. 48 часов. Вот чего не знаю, девочки. Я в немецком вообще никак не понимаю. Тут нарисован огурец. Наверное, увлажнение какое-то дает. Две масочки маленькие по 5 миллилитров. И от Балеа. Это бренд довольно известный. Он уже у нас представлен в России. Тоже маски фруктовые. От них есть всякие гели для душа, еще что-то. В подружке даже можно набрать и посмотреть. Еще вот такая будет маска. Это была с вишней, а это, наверное, с каким-то цветком. Лимитированная коллекция. Мне таких масок вот по 8 миллилитров. Мне хватает на 2 раза. На 2, на 3 раза даже может хватить. И еще у меня будет вот такая масочка. Это что-то с какао, веганская формула. Роза. Какая-то роза. Шебанс тоже 2 штучки. Вот так. И вот это, наверное, для ванны какая-то соль. Это я дочке отдам. Радуга какая-то. По ощущениям там какой-то песочек. Я думаю, это, наверное, для принятие ванны. Следующее, что мы с вами посмотрим, это Лабелла бальзамчик. Микки называется. Возможно, Микки и друзья, что Аня увидит у меня, и ей тоже захочется. Но я как-то не хочу делиться. У меня такое пока впечатление. Пока сама не наиграешься, не хочется никому ничего давать. Я хочу, знаете, что посмотреть. Здесь есть какая-нибудь отдушка или нет? О, такой розовый, классный. Смотрите, какой большой. Как Невея делает обычно. Да, он приятный. Приятным привкусом. И очень сильно он похож на Невею бальзам. Вот Невея все знают, да? Такие бальзамы. Вкусные. Нет, никому ничего не дам. Буду сама пользоваться. Еще вот такой есть у меня Балея. Это черника. Я тоже хочу его, наверное, открыть. И тоже посмотреть, какой он будет внутри. Так,
Здесь надо вот тут вскрывать. Это белый. Тоже так же много. И по вкусу он напоминает, да, вот эту голубику. Классный бальзамчик. Возможно, беленьким поделюсь с мужем. Он у меня любит такие бальзамы. И жирненькие, чтобы были, и бесцветные. Так, и сейчас мы с вами посмотрим тоже еще красоту. Это вот такой консилер от Манхэттен. 7 мл. И консилер я пока не буду открывать. Хочу его в запасниках оставить, потому что у меня, ну, есть сейчас чем пользоваться. Я пооткрывала уже. Вот. Большой такой консилер. 7 мл. И смотрите, какая у меня есть еще красота. Это бренд, который раньше назывался Revel de Loop. Сейчас он Revel Me. Loose Blue Blur Powder. Это вот такая четырехцветная пудра. И я думаю, что мы ее с вами давайте откроем. 20 грамм, представляете? Откроем ее и посмотрим. Таким пудром, как правило, ничего не бывает. Это сухой продукт, его можно открывать, смотреть, тестировать. Вот. И здесь, значит, что? А, какая-то пленочка, да? Тут такая пленочка была, я ее еле сняла. Вот, удалось на руку насыпать. Смотрите, разноцветная, желтая, розовая. Ой, какая прелесть, девочки, она такая шелковистая. Чуть-чуть выбеливает. У нее приятный такой аромат. Она такая вкусная. Я хочу сейчас на руку еще. Так, сейчас мы с вами вот здесь посмотрим. Как она блюрит. Да, она реально блюрит. Кожа прям какая-то становится. Как заретушированная. Видите, вот где она есть, прям как будто морщина стирается. Супер, Маша, спасибо большое. Очень я люблю, когда пахнет вкусной косметикой. Вот, и такая пудра, это, конечно, супер. 20 грамм, это будет долго служить. Интересная коробочка. И последнее, что мы с вами посмотрим, это, конечно, сногсшибательная вещь. Я, когда ее увидела, у меня просто вот улыбка с лица не сходила. Это вот такая палетка Джокер называется. Есть еще зелененькая. У Лены вы ее уже видели. Они великолепны. Что одна, что вторая. Просто вот супер. Сделана она как книжечка. Вот так вот. И вот этот Джокер, он здесь вот так переливается. Катрис просто молодцы. Обожаю этот бренд и их лимитки. То, что они, что до этого пускали они с коллаборацией Диснея. Вот этот Джокер, это просто класс. Здесь большое такое зеркало, и вот так выглядит моя палетка. У меня фиолетовая, как вы видите, обожаю я такие фиолетовые цвета. И давайте мы с вами сделаем сводч и посмотрим. Так, как-то положить надо эту палеточку. Я вот так закрою ей зеркало, чтобы она не светила. Чуть-чуть опущу штатив, чтобы вам было хорошо видно. И давайте начнем. Я когда открывала, здесь такая пленка была, я чуть-чуть повредила здесь рефил. Но я думаю, не страшно. Очень кремовые, матовые. Жалко рисунок стирать, но он сам быстро сотрется. Меня интересуют вот эти дуохромные оттенки. Следующая четверка. О, смотрите, девочки, какой оттенок классный. Так, пока все фиолетовое. Исключительно фиолетовое. Далее.
еще. Так. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть, девочки. Это матовый. Матовый, скорее голубой какой-то. Смешанный с зеленым там. Так, еще матовый. Здесь у меня много матовых в палетке. Вот 4 тоже матовых. Так, ну и просмотр. Смотрите, какие здесь сияшки великолепные. Вот этот оттенок. Он зеленовато-голубой какой-то. Супер. Очень я довольна. Красота. Красота, да, девочки? Жалко, что у нас не завозят эти палетки. Я бы прям скупала. Вот такая красота. Много видите сияющих фиолетовых рефилов. Вот. Машенька, спасибо тебе еще раз. Очень было приятно твое внимание, что ты не забыла про нас с Леной. Это действительно очень приятно. Все, на этом будем с вами переходить к другой части влога, к покупкам. И покажу вам еще на прощание эту красоту невероятную. Все, девочки, на этом прощаюсь. Подарочки закончатся. Давайте смотреть мои покупки. И сейчас мы с вами посмотрим продуктовые покупки, которые сейчас я получила с перекрестка. Доставка принесла кое-что с Wildberries и обувь еще в школу Анечке докупила одну пару. Давайте начнем с перекрестка. Заказала 2 бутылки молока. Я люблю, чтобы было 2,5% жирности. Так, это у нас вот такие. Они по 73 рубля были. Также заказала себе капусты квашеной. У меня еще прошлое не съелось, но я еще купила. Она выглядит вот так. С морковью. Тут они ее в пакете оставили. Коробочка вот такого размера. Мне кажется, она протекает. Из-за этого они ее вот так вот упаковали. Потому что что-то у меня какая-то лужица здесь на столе уже образовалась. А потом я, в принципе, заказ делала. Я хочу сейчас борщ сварить. Идти мне лень. Вот, я заказала домой вот такая капуста. Ну, конечно, она останется, мне так много не надо на борщ. Ну, ничего страшного. Свеклы, они мне положили 3 вот таких крупных. Видимо, либо одну, либо 2 сделаю. И тоже останется как бы лишнее. Вот такие томаты очищенные я купила. Это может быть делать яичницу, например. Либо в макароны добавлять можно. Так, пасту готовить. Вот такая томатная паста. Ну, это, соответственно, делать какие-нибудь подливки тоже готовить. И 2 банки иваси я купила для того, чтобы готовить рыбный суп. Мы, кстати, любим такой суп все. Ну, за исключением ребенка. Я люблю, муж любит такие 2 баночки. У них была цена 139 рублей. Если брать то же самое, только не иваси, например, а сардины, по-моему, называются, то они уже стоят почти 300 рублей банка. Мне показалось, что это очень дорого, я не стала брать за 300 рублей. Потом вот лук зеленый, вот такой. Это муж любит добавлять в первое. Взяла булочки, вот, делать хот-дог. У меня дочка любит, она попросила. Я ей купила 4 булочки, стоят 87 рублей. Далее что? Далее у меня будет укроп. Это я добавлю тоже в борщ. Потом мы очень любим вот такие помидорки черри. Они сейчас на развес продаются по 377, по-моему. А, не 377, даже смотрите, какая цена хорошая. 175 рублей килограмм. То есть у меня кило 200 на 213 рублей вышло. Вот, мы их постоянно едим всей семьей. Нам нравятся, они сладенькие такие. Вот, и я их поэтому постоянно покупаю. Также взяла сметану 20%. Это ем только я. Ничего, сметану никто больше не любит.
Еще у меня есть вот такой хлеб, но это, наверное, зря я купила. Он не очень-то мягкий. Здесь кунжут. Здесь кунжут сверху. У меня муж любит, когда с кунжутом. Но я думала, это будет то, что выпекает сам Перекресток. Это он, конечно, выпекает, но это уже не сегодняшняя выпечка. Потому что лейбл, видите, Перекрестка здесь стоит. Она довольно твердая. И не знаю, ну, скорее всего, зря купила, короче говоря, я ее. Обычный хлеб, который мы часто покупаем, это вот столичная планка такая. И батон, который я люблю, но практически никогда не ем. Вот этот нарезной, тоже черемушки, он просто, как обычно, как правило, он всегда свежий. Вот. Из-за этого мне нравится. Багет, то же самое. Багет должен хрустеть, но он какой-то полумягкий. Вот там их несколько видов багет представлено в Перекрестке. Не поймешь, какой из них хороший. Вот. Наугад берешь. Самой, конечно, лучше, когда сама приходишь, и там можно потрогать, сразу видно, какой багет будет, хрустящий или не очень. А так не поймешь. И дочка заказала, ну, это как обычно, вот такие вот страйпсы. Это кислые, я их ненавижу, вот честно. Но дети почему-то любят. Как они их едят, неизвестно. И вот такой мармелад А4. Вот. Тоже с кислым вкусом. Ужас. Причем стоит все так довольно-таки небюджетно. 200 рублей вот на это ушло. Так, и что, давайте теперь посмотрим, что с Wildberries купила. И хочу показать вам вот такие вот емкости для хранения пищи. У меня их здесь вот 3 нарисовано, у меня в наборе, по-моему, 4. А, 4 здесь нарисовано, да, вот еще одна. Самая большая, это на 2700. Вот здесь написаны их размеры. Я, в принципе, брала из вот этой большой. Потому что такие маленькие, как правило, всегда у всех есть. А вот большую, у нее стеклянное дно. Можно запекать в духовке или в микроволновке пищу. Крышку нельзя, она пластмассовая. И давайте посмотрим сначала самую большую. Она у меня уже в холодильнике с едой. Вот она стоит. Это на 2700. Внутри у меня там ножки хранятся. Вот такая вот она большая, девочки. Смотрите, какое блюдо. Можно много сюда положить. И, то есть на всю семью хватит, если вы решили что-то, допустим, запекать. И хочу достать поменьше, которое я сейчас помою, уберу. Я, в принципе, коробку вот эту держала, ну, только вот для того, чтобы вам показать. Вот. И отправить ее на помойку. Эти, как сказать-то, емкости, они вот 230 градусов удерживает. Они довольно-таки не дешевые, там 200 с чем-то тысячи. Я просил мужа, чтобы он купил, потому что мне даже денег жалко было, если честно. Вот смотрите, они все друг в друге лежат. То есть можно будет вот так в одну все сложить, если они у вас пустые. И они места много не займут. Это очень удобно. Еще мне нравится то, что когда ты моешь их, стекло уже видно, грязное оно или чистое, на пластике так незаметно. Он со временем какой-то жирный становится, мне не нравится, мутный, а со стеклом ничего не будет. Вот. Можно прям так же на столе оставлять, допустим, сделали салат вот в этой, оставили, потом крышкой закрыли и в холодильник убрали. В общем, удобство, сплошное удобство. Так. Последняя совсем крошечная здесь мисочка. Такая малышка прям. Сейчас мы их тоже все посмотрим. Ой, даже дали, смотрите, последнюю открыла. Даже дали губку для мытья посуды в подарок. Представляете? Вот так. Это самая маленькая. Так. Так, это вот самая маленькая у нас. Вот такая. Это ее крышечка. Тут можно сверху накладывать, потому что крышки, видите, высокие какие. Это средненькая, ну, вернее, вторая по размерам. Даже в саму крышку можно что-то кладить. Ну, то есть, вот на стол, допустим, положил и туда сортировал. И вот вторая по величине. Вот такой набор. Так, теперь я вам покажу. Давайте. Обувь, которую вчера Аня выбрала, у нас было 3 варианта, она остановилась на вот таком. Хотя мне этот вариант больше всего понравился. Но вот, в
школу ходить. Там были точно такие же, только легкие, вообще невесомые. С дырочку вот этой у кожаного не было, было все в дырочку, как тряпочка такая. Но она выбрала вот эту модель почему-то. Ну, очень-очень легкая, надо сказать. Вот. И я еще хочу вам сейчас показать то, что я на Wildberries заказывала. Когда я показывала в прошлом влоге, что я делала суп том-ям, мне девочки посоветовали, что есть уже готовые наборы для этого супа. И то есть, что туда лучше добавлять то-то, то-то, то-то. И я нашла на Wildberries такой набор. Вот. Он в такой коробочке был. И что туда входит? Вот такой пакетик. Видно, в него можно все это переложить. И вот этот перец чили. Лимонная сарго сушеная. Это вот для тайского супа. Потом листья кавского лайма. Вот так выглядит. Похож он как будто на лаврушку, да? И вот это вот за место имбиря. Это идет галангал сушеный, резанный. То есть вот такой набор. Вот из 4 позиций. Стоил рублей 500, но это вы понимаете, да, вам хватит, но явно не на один и не на два супа. То есть это очень надолго. И готовить это можно много. Тем более я делаю маленькие кастрюльки, и никто не ест, соответственно, кроме меня. Поэтому мне вот прям надолго хватит. Еще мы вчера были с дочерью в Пятерочке, и там увидели конфеты бренда, сейчас скажу, девочки, знаменитого Аконк. Это вот кто делает вкусные конфетки, все знают их, да? И обычно я это на Wildberries покупаю, но а тут увидели, что они там продаются. Они стоили по 700 рублей килограмм. И мы, короче, с дочерью набрали. Я хочу вам показать вот такую конфетку. Называется она Добрянка. Девочки, это просто супер вкусные конфеты. Берите. Она выглядит довольно крупная. Вот такая вот, как пироженка. Внутри у нее мягкий тающий шоколад по типу нуги. И вокруг вафля. Мне очень понравилось. Их можно на Wildberries заказывать, аккаунт набираете, и там будет миллион этих конфет. Дочка моя любит вот такие. Вот лами называются. Тоже сделаны как вафля. Тоже такие же крупные. Они, смотрите, такие крупные. Вот, вот такого размера конфета. Она как вот пирожная прям выглядит. Ну, большая по размеру. Ага. И дочка там купила сникерсы. Я терпеть не могу. Мне уже там настолько надоело это. Ну, вот ей нравится. Она купила. И еще мы с ней взяли 3 шоколадки. Ой, голодным нельзя в магазин ходить. Вот такая одна. Видите, тут очень крупные орехи. В принципе, я такие люблю шоколадки. Но я много не съедаю. Но буквально 2 дольки и все. Вот так она выглядит, если ее вскрыть. Она у нас подтаяла. Орешки крупные, да, неплохая. И я себе взяла вот такую шоколадку. Значит, это называется соленый миндаль с медом. Неплохая. Внутри она вот так выглядит. Там действительно внутри орехи. Вот. Вот я сейчас в холодильник положу, потому что уж очень как-то они растаяли. Вот эти шоколадки, надо немножко охладиться. Так, все, девочки, в этот раз я вам все свои покупки показала. Сейчас я буду делать борщ. И, наверное, на этом мы с вами попрощаемся. Вам всего хорошего. Спасибо за просмотр и за лайки. Отдыхайте последний летний месяц, чтобы он у вас прошел очень весело, запоминающийся. Посетить то, что вы хотели посетить, какие планы наметили, чтобы они все осуществились. И до новых встреч. Всего хорошего. Пока-пока.